Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН. У меня великолепная новость для тех, кто донатит в нашу с вами игру. В магазине появилось крайне жирное и очень сладкое предложение по подписке на золото и свободный опыт. Если вы приобретете себе данную подписочку, то за $6 вы получите 7500 золота и 45 тысяч свободного опыта суммарно. Что необходимо будет делать? Да в принципе ничего. В течение 30 дней каждый день заходите в игру и забираете по 250 единиц золота и 1500 свободного опыта. Таким образом, каждый день, заходя в игру, забирая все, что вам причитается, за 30 дней как раз и соберете себе 7,5 косарей с золотом и 45 тысяч свободного опыта. Я на калькуляторе посчитал, и у меня получилось, что если 7,5 тысяч разделить на 6 баксов, то получается за 1 доллар вы будете получать по 1250 голды. А это действительно очень нормальная цена для голды в нашей игре. Именно поэтому я считаю, что это жирное предложение. Потому что, допустим, просто так купить золото через магазин вы можете, ну, у меня, допустим, по ценнику за 1 доллар всего лишь 500 голды. Согласитесь, 500 голды это не 1250. Поэтому, ребят, данное предложение лично я считаю довольно вкусным и довольно заманчивым. Понятное дело, что если вы не донатер, то вам это интересным не будет. Напишите, пожалуйста, в комментариях, считаете ли вы подписку на золото хорошей идеей от разработчиков. Это первое, что меня интересует, по вашему мнению. Ну и второе, что меня очень интересует, скажите, пожалуйста, какую конкретно вы сумму считаете приемлемой и нормальной? Ну, допустим, там, за 1 доллар сколько голды, или наоборот, сколько вы готовы заплатить за 1000 золота в нашей игре, для того, чтобы понимать, что есть в среднем для игроков нормальный и приемлемый ценник за голду у нас с вами, ну, если не считать стандартизированных предложений. Также есть блиц-набор. Блиц-набор стоит 3 бакса, и за эти 3 бакса, обратите внимание, вы получаете всего 750 золотом. Да, вы получаете X5 в количестве 10 штук на любые машины, и получаете по 10 бустеров. Плюс есть здесь 25 бустеров на голду, и если вы среднестатистический игрок, то на 10 уровне, играя средне, 50 на 50 победы и поражения, вы получаете по 15 голды за каждый бой усредненно. Того 375. И к этим 375, если добавить, допустим, 750 той голды, которая сразу у вас лежит, то получается 1125 золотом за 3 бакса. Мне кажется, что все-таки дороговато, и подписка на золото, безусловно, гораздо выгоднее. Я не агитирую никого приобретать что-либо в магазине, я просто высказываю свое субъективное мнение по поводу выгодности или невыгодности того или иного предложения в нашем игровом магазине. Напишите свое мнение, а еще, ребят, обязательно подписывайтесь на канал, чтобы его поддержать, его развитие. Я вам буду безумно благодарен, я стараюсь ради вас и надеюсь на вашу поддержку. Спасибо вам большое за просмотр, всех благ, всего хорошего. Если что-то будет новенькое, обязательно сообщу. Мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Пока-пока!